в принципе, вы уже сами ответили на этот вопрос, потому что молодые люди стремятся быть чиновниками, стремятся получать большие деньги в банковской сфере и так далее. То есть идея такой работы на земле я имею в виду не сельскохозяйственную, естественно, землю, а просто нормальной, обычной работы на производство. Ну, мало кого вдохновляет, наверное, потому что за время перестройки и последние 10-13 лет в этом плане ничего не изменилось. Профессии были в каком-то смысле дискредитированы. То есть считалось, что это не престижно, ну, хотя бы потому, что еще не так давно платили за эту работу очень мало. Поэтому спокойно стоит к этому относиться, пройдет время, и, в общем-то, жизнь сама какие-то приоритеты расставит, и я думаю, что найдется достаточное количество молодых и талантливых ребят, которые пойдут на производство.